Назарбаев интеллектуальная школа в Уральске, открывшаяся в сентябре этого года, стала седьмой по счету в стране. Здесь обучаются 600 одаренных детей. В системе автономной организации образования Назарбаев интеллектуальной школы Уральская единственная, где открыт интернат на 120 мест. Теперь для воспитания учащихся в духе уважения государству здесь создан военно-патриотический клуб «Самрук». Любить родину и быть полезным в своей стране – основная идея воспитательных мероприятий. В клубе молодые люди по всем правилам обучаются военному делу, приносят присягу и одевают форму. Патриотическому настрою молодого поколения казахстанцев отдают дань уважения и иностранные учителя. Быть патриотом страны – это, естественно, уважать свою родину, уважать свое государство, гимн, флаг. Это большая возможность для нас проявить себя. Мы будущее Казахстана. Патриотическому воспитанию молодежи здесь отводится большая роль. У нас в Новой Зеландии это чувство выражается больше в спортивных достижениях. А в Назарбаев школе мы видим прекрасно воспитанных молодых людей, преданных своей родине. Это великолепно.